Всем привет, с вами Алекс, мы продолжаем разбирать мои партии. Сегодня у нас на очереди Леон и Омар. Нас пытались прям замотовать, но слава богу, что все закончилось хорошо. Смотрим. В принципе, все стандартно. Тут предлагают сразу бить, наверное. Так, и да. А на этот ход РСБ6, ну... Что-то мне как-то вот это не особо. Хотя там слон b7, но все равно какая-то тут атака должна быть за белых, мне кажется. Хотя 0-8 пишет. Почти пешка преимущество, но все равно, мне кажется, немножко тяжеловато. Не знаю, мне не нравится это. Сразу. Хотя можно рассмотреть на будущее. Итак. А, стоп, я же взял, да? Да, то есть я играю по первой линии. Ну ладно. Самое интересное, что я и дальше играю по первой линии. Я смотрю. Просто замечательно. А дальше? -6,5. Ну, f6. Не знаю, ослабление такое. А дальше что, e5, что ли? А так? Ну, прям все в бой. Прям все в бой. Ну, не знаю. Мне как-то кажется так, ну, -3 потерял, ладно. Тут пошли нас мотовать. Мы забрали, шах, шах, -15. Ну, тут было, кстати, немножко страшновато. То есть, почему я не пошел король Е7? Наверное, потому что ферзь Ж5. Как-то... Ну да, тут нет хода. Будет сразу так. А дальше как? Не понимаю. То есть... А, ну тут пешка проходит. Слоном закрываться. Окей. Допустим. Но все равно тут, по-моему, какой-то просто дурдом. То есть, наверное, да, тут можно было как-то убежать. Но мне не понравилось, честно. Я ушел совсем вниз. Ну, наверное, да, потерял. Но все равно. Преимущество чуть-чуть. Я закрылся, шах, отдал, в принципе, ладью. Тут он мог взять. А, ну если бы взял, то я бы так сходил бы. Тут да. Мог ли он как-то, я не знаю, слоном взять? Да, с ферзят нельзя брать. Тут все летит, но тут даже мат рисуется. А, мат просто, слон g5. Ну, понятно. Окей. То есть тут все равно плохо, я ушел. Еще шаханул, я закрылся слоном. Ну и в принципе все тут. То есть практически уже выиграно. Ну точнее не практически, тут уже выиграно. Главное ничего не зевнуть было и замотовать. Ну тут получилось достаточно все красиво. И прям шикарный такой мат пешкой я нарисовал. Ну нормально сыграл. То есть сейчас у меня... Рейтинг уже 2500+. Я его постепенно набираю. То есть у меня сейчас вот видно уже 2547. Я надеюсь, что скоро будет 2600. У меня рекорд 2647. Ну, где-то буду стремиться к этой цифре. В общем, всем спасибо за просмотр. Мат, я считаю, получился достаточно красивой пешкой. Такой мат ты редко ставишь. Вот. Подписываемся на канал, не забываем прожимать колокольчик, ставим лайки для поддержки канала, приходим на стримы, рассказываем друзьям. Всем спасибо, всем удачи, до новых встреч и пока-пока.